Я рад, что Слава Марлоу и Моргенштейн познакомились через музыкальную композицию Гена Горин. Представляете? Круто! Это лучшее видео в моей жизни. Кажется, Слава Марлоу раньше меня смотрел. И так же он видел видео про холодильника. Подписаться, лайк. Теперь я знаю, и вы знаете, как Слава Марлоу познакомились с Моргенштейном. Я могу вам сказать. Ну да, если бы Геннадий Горин, возможно, всех бы этих песен и не было. И мы бы не познакомились со Славой. Реально же так, да? Да. Вообще такие, ну, видите, судьба — это уникальная вещь. Вот мужик из города Орла снял видео про холодильник, взорвал интернет. Слава написал об этом песню, я увидел об этом песню, и мы начали со Славой работать. Спасибо Геннадию Горину.